Здравствуйте. Время сложно начать. Вы смотрите новости русского мира. В студии работает. Мне дыхалки не хватило. Очень быстро, я уже не успела. Быстро. Да. В центре события побывала и наша солнечная группа. Накануне в московском доме романса состоялся концерт японской певицы Саюри Рамаки. Рамаки, какой Рамаки? Арамаки. Из соединения медитативного инди-попа вообще. Подождите. Сегодня какие-то подводки, скороговорки. Юбилейная выставка самого масштабного фотоисследования страны «Лучшие фотографии России» открылась в Центре современного искусства. Жень-то, наверное, получше читает. Обмен музейными выставками и языковые состязания, театральные гастроли и гастрономические туры. Так я правильно сказала? 14 сентября в Лондоне актер и музыкант Гений! Сюжет об этом. Простите меня, я не знаю, почему так сюжет об этом. 14 сентября в Лондоне актер и музыкант Евгений Малинов представит зрителям... Конечно, нужен еще один дубль. Что-то сегодня прям... Вот это да! Чего глаза видят? 14 сентября в Лондоне актер... Все, соберемся. Точно. Да. До новых встреч и до свидания.